Да, полный разворот руки все еще дается мне с большим трудом. Согласитесь, это еще пока не нормальная ситуация, когда левая рука смотрит абсолютно ладонью вверх, а правая рука еще как-то отстает в этом движении. Но все-таки это уже не то, что было в самом начале, когда мне только сняли гипс. Тогда это было примерно вот так. То есть за эти полтора месяца я все-таки кое-чего добилась. На самом деле я добилась совсем неплохих результатов, потому что уже сегодня я могу позволить себе те тренировки, те свои обычные тренировки, которыми я занималась раньше, до того, как я сломала руку. Потом я ее сломала, и я полтора месяца находилась в гипсе. Я не могла тренироваться, я не могла ни бегать, ни заниматься на турнике, ни заниматься с лыжными палками. Я не могла ничего этого делать, даже после того, как мне сняли гипс, потому что рука была почти парализована, и мышцы не работали. И все эти полтора месяца я только занималась тем, что пыталась восстановить подвижность руки, подвижность пальцев и нарастить обратно мышечную массу, которая была утеряна за время ношения гипса. Итак, сегодня я с радостью и гордостью могу сказать, что я приступила к своим обычным тренировкам, и фрагменты из этих тренировок я покажу вам в сегодняшнем видео. День, дорогие друзья, у меня с моей сломанной рукой, по большому счету, осталось только три проблемки. Первая проблема – это то, что я вам показала в начале, это неполный ее разворот ладонью вверх, но который все-таки прогрессирует с каждым днем. Вторая проблемка – это не до конца сгибающийся мизинец. То есть все остальные пальцы, в принципе, я привела в хорошую двигательную активность. Я делаю очень много правой рукой и по кухне, и по дому. Я ношу относительно тяжелые сумки правой рукой, но вот мизинец пока еще не очень хорошо сгибается. То есть проработка вот этой части мне пока еще не совсем удалась. И третья проблемка – это еще не до конца восстановленная мышечная масса на сломанной руке. Но я думаю, что я это очень быстро наверстаю, потому что сейчас, когда я возобновила свои силовые тренировки, мне это будет сделать гораздо легче. В общем, подводя итог,
вот этой моей работе, которая, этой работе по восстановлению руки, которая началась 23 июня, когда мне сняли гипс. Сегодня у нас, когда я записываю видео, это 14 августа, то есть прошло даже чуть более полутора месяцев, которые я потратила на восстановление руки, восстановление ее двигательной активности. Я понимаю, что потребуется еще какое-то время для того, чтобы привести сломанную руку в самое прежнее состояние, то есть в ту идеальную на 100% форму, в которой она была до перелома, но основная работа уже сделана. И я думаю, что вот на сегодняшнем видео я могу закончить свой цикл по реабилитации руки после перелома. И в следующий раз сделать видео из этого плейлиста примерно спустя месяц, когда результат между тем, что я имею на сегодняшний день, и результат через месяц будет намного-намного отличаться. Когда эти результаты будут отличаться. Очень благодарна вам, мои дорогие зрители, за то, что вы это время следили за моими видео по реабилитации руки после перелома в лучезапястном суставе. Я рада за те советы, которые вы мне давали в комментариях. Я благодарна своим новым подписчикам и тем подписчикам, которые пришли ко мне в Инстаграм. Теперь я возобновляю по понедельникам свои обычные видео. Видео той тематики, с которой я работаю уже давно. Это тематика питания, здоровья, жизнь. И в цикле реабилитации руки мы увидимся с вами, как я уже сказала, примерно через месяц, когда мне уже будет чем похвастаться. Надеюсь, что я хорошо поработаю этот месяц и покажу вам в следующем своем видео из этого цикла намного больше эффективных результатов. А на сегодня все. Теперь мы увидимся в четверг. Надолго не прощаюсь. Всегда ваша Байчи.